Глава Якутии дал поручение по обеспечению гарантированной своевременной доставки грузов в арктические районы. Егор Борисов, находясь в рабочей поездке в поселке Депутатский, провел оперативное совещание с главами арктических и северных районов республики. Главной задачей, которая стоит перед властями сегодня, глава назвал обеспечение запасов на будущую зиму. Речь идет о накоплении стратегического запаса необходимых топливных ресурсов, продовольственных товаров и товаров первой необходимости на следующий сезон. Заслушав доклад Минтранса, Борисов дал поручение правительству подготовить решение о выделении средств из Дорожного фонда республики на необходимую технику для Колымской группы районов. Кабинету министров также необходимо продумать возможности приобретения грузовой техники для перевозок в будущий сезон. Напомню, из-за погодных условий в республике сложилась непростая ситуация с пробивкой автозимников. Поздний ледостав создал дополнительные трудности с устройством ледовых переправ. Сегодня ситуация в целом стабилизирована, хотя все еще есть сложности в Среднеколымском и Верхоянском районах. Сегодня приняты определенные решения, в частности, это по увеличению количества транспортных средств для Среднеколымского района, значит, наращивание техники по другим районам республики, в том числе и по Момскому. Глава Петр Николаевич Черемкин тоже ставит данный вопрос по увеличению, значит, нефтевозов. Вот. Но в целом из плана 707 тысяч тонн на сегодня уже отгружено и доставлено 355 тысяч тонн. Это чуть больше половины от плана. Конечно, автозимники идут довольно сложно. В арктической зоне районов уже начинается пурга, метели. Тем не менее, значит, порядка 120 единиц дорожной техники вся задействована по линии Министерства транспорта, Управления автодорог.